Берите билет. Профессор, можно еще? Пожалуйста. Еще. Берем. Себе. Стойте! Проходите, проходите, не стесняйтесь. Здравствуйте. Здрасте, здрасте. Проходите. Здрастите. Здрасте. Садитесь. Сюда? Вот сюда, проходите. Садитесь. Сюда? Сюда. Здравствуйте. Здравствуйте, как ваша фамилия? А? Фамилия ваша как? Изжога. Ой. Так. Здрасте. Здрасте, господин Изжога, садитесь. Что с вами? Так, вы готовы к экзамену? Ага. Да. Готов я. Учились? О. Билеты все выучили? Да, учились. О, я рада, сейчас проверим. Так, вы хоть знаете, какой предмет мы сегодня сдаем? Да, хорошо знаю. Я знаю билет. Экзамен сегодня. Ну, я знаю, что экзамен. Какой предмет вы пришли мне сдавать? Ну, ты же знаешь. Я-то знаю, а вот вы знаете? Я знаю. Ну, познаем, какой экзамен да, сегодня. Ну? Что? Ну, какой предмет мы сегодня сдаем? Хороший предмет сдаем. Да, ну как называется этот предмет? Ну, я жду. Химия? Нет, представьте себе. Алгебра? Нет. Геометрия? Нет, мы что, с вами должны играть, что ли, что, где, когда? Физикультура. Не угадали, господин Изжога. Так, вы готовы сегодня к экзаменам или нет? Ну, первый буква скажи, дальше сделаю. Господи. З. О, З. Точно, З. Что З? Ну, зо. 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 О. Зо. Зо. Мой любимый предмет – зоо! Зоо! И? И ги тоже! Да, ги! Я тупица! Да, ты тупица! Я тупица, да. Зоология! Зоология, да. Сегодня мы сдаем зоологию. Сегодня мы сдаем зоологию. Готовы? Да. Готовы отвечать? Да, отвечать, да. Вот вам билеты. Вытягивайте. Сейчас, подождите. Что там случилось? Готовьтесь, я сейчас подойду. Я знаю все. Ну и хорошо, готовьтесь. Плохи, только плохи выучил. Плохи. А, о. Плохи. Успокойтесь там. Ну что, готовы? Готовы мы. Готовы. Как интересно. Ну, как интересно. Аба. Как? Зачем? Вот так интереснее. Давайте. Давайте теперь выбирайте. Какой теперь?
сейчас все одинаковые, давайте. Это? Ну, хотите этот. Давайте. Ца-ца-ца. Это? Ну, какой хотите, давайте, люди ждут. Ну? Ой, 20. Ну? 20. Так. Земля. Ну? Можно еще один раз? Можно. Не. Какой? Какой хотите, давайте быстрее. Ца-ца-ца-ца. Ца-ца-ца. Что вы делаете, господин Изжога? Плоха, плоха, плоха. Давай, Анна Шапыч. Так. Три, еще один, три. Вы свободны. Ну, один, еще три. Ну, ради вашей матери, ладно, позволю еще один раз вытянуть. Давай. Бзмля, бзмля, бзмля. Это не наше, это не наше. Это не наше. Ну? Можно в туалет? Так, давайте вас, вашу зачетку, идите и не возвращайтесь. Сидите там, в туалете. Тогда отвечу. Ну, я жду. Не-не-не. Именно мягче. Собака. Кто собака? Ну, билет собака, ну, собака написано. Оно прекрасно, отвечайте. Собака. Ну? Собака – это животный. Он, она тоже бывает. Собака живет... Ну? В конуре. Очень да. Хорошо. Она охраняет дом. Но. Сарай. Но. Хисапет. Сейчас вы мне будете перечислять все, что собака может охранять, что ли? Говорите по существу. Она... Собака имеет 4 ноги. 2 там впереди. И 2 там сзади. Еще сзади этот тоже есть. Что? Ну, этот. Ну, как? Что это? Ну, когда улыбается. Там есть. Хвост, что? Да, хвост там. Понятно. Да, там нету, а там есть. Собака... Лайт. Слава Богу. Ну, у нас черкесский собака. Хаф-хаф. Говорит. А что, другие собаки по-другому лают? Конечно. А ну-ка. Каждый народ собака как у них по-разному лает. А ну-ка. Ну. Вот абазинские собаки. Хау-хау. Говорят. Еще я слышал, в Адыгее собаки как лают. Интересно, интересно, как? Аш, аш, аш. Очень интересно. Ну и что еще собака может делать? Карачанские собаки тоже Чагутев вчера видел. Да вы что? Да. И как же они лают, интересно? Он не лаял, сразу укусил. Собаки! Ну? А-а-а!
называется Бакер 106. Ну, конечно. А там в шерсти блох и заводится. Хорошо. А блох – это разновидность насекомых, паразитов. Они бывают шестилапчатые, восьмилапчатые, они разносят разные болезни. Я про них все знаю. Подождите, господин Изжога, прекратите! Прекратите! У вас билет не блох, я собака. Вытаскивайте еще один билет. Я что, виноват, если в собаке блох завелись? Вытаскивайте. Я же вытащил землю. Еще вытащите. Может, вам повезет. Слушай, зачем мне на старость лет этот... Так, сами виноваты. Институт лжи. Извините. Заберите. Извините. Извините. Надо было вовремя учиться. Извините, сейчас я отдам. Так, господин. Извините. Господин Изжога, давайте. Один остался. Эй, шепс. Ну? Чего, ну, кошка? Прекрасно, вы, наверное, про кошку все знаете. Кошки... Кошки, я вижу, где кошки есть. Почему они такие? Эй, постоянно мяу-мяу. Не люблю. Они такие нежные. Эй, нежные. А почему я вижу? Это, кошки живут... В доме. Очень хорошо. Они на диване живут, на шифонере живут, на занавеске живут. Везде, где живут они. Ну, не люблю их я. Какая польза от них? А? Какая польза от кошек? Никакой. Ну, так не их пока. И кушать нельзя, и ничего нельзя с ними делать. Вообще никакой пользы от них. Они... Гад. Они лают. Что? Они не лают. Мяу, говорит. Это вы уже сказали, я слышала. Да. У нее тоже 4 ноги. Да вы что? Да, там спереди 2 ноги. И там 2 ноги. Это тоже есть у нее. Ну. Хвост. Ага, хвост. Да. Хвост есть. Они ловят... Мышкой. Очень хорошо. Но... У меня есть шерсть на кошке. А вот в шерсти обычно у кошки заводятся блохи. Блохи – это паразиты и насекомые. Они бывают разных видов. Гражданин Изжога, прекратите! В мире рассчитывается около 1500 гражданин Изжога, прекратите! Мы сейчас говорим о кошке, а не о блохах. Надо следить за своими кошками, чтобы блох не было. Так, не последнюю виноват. Попытку даю. Ну, сама дай мне, может, ты не чистишь. Последнюю попытку даю. Вот эту дай. Вот эту дай. Что вы делаете? Это не Изжога, что с вами? Я меня буду... Зачем это мне надо? Что? Курица, во! Ну и хорошо, про курицу вы уж должны все знать. Курица тоже домашний животный. Очень хорошо. Он живет в специальный куриный грем. В курятнике. А? В курятнике. В курятнике, да. Они с петухами живут. Да. Да вы что? Да, я видел. Но? Курицы тоже 4 ноги. Что, что, что? Сзади что? 2 ноги. Подождите. Сзади 2 ноги. Где вы курицу видели с 4 ногами? Слушай, курица вообще интересно так построен. Где перед и задний поймешь, посередине стар стоит? Как туда-сюда, я не знаю, курицы отнести. Они кукарекаются. Кто? Курицы. Сейчас вы, гражданин Изжога, у меня закукарекаете. Отвечайте.
Давайте по существу. Я вам тут написал курица, я говорю курице, что делает. Курица вот так сидит, я видел. И? Потом опять. И что? Ну сейчас, подожди. Опять он. Яйцо. Я видел. Прекрасное наблюдение. Да. Но... Потом опять. Ну, это редкие курицы, которые два сразу. Ну, понятно. А так, курицы вообще, они гады. Ты у них это пипе. А, перья есть у них. Да вы что? Там много блох. Они черненькие бывают, беленькие, 1500 разновидностей на свете, эти блохи бывают. Они разносят всякие багажни, они прыгают. Так, сюда, давайте, гражданин Жога, вот на это что вы скажете? Рыба. Но? Рыба! Рыба гниет с головы. Да. Да. Рыба живет в воде. Угу. Туда плавает, потом обратно плавает. Может туда даже плавать и туда плавать. Везде плавает рыба. Ну, дальше что? Она гавка. Не гавкает, нет, рыба не гавкает. Она с другими рыбами живет там, много их. Она... Ну, у рыбы что? Рыбный день. У рыбы что? У рыбы? А, чешуя! Ну? Ну, вот так. Ну, понятно, чешуя. Ну вот, и... Вот снимаешь хорошо. Ну и? Глупо! Глупо! А я все вместо чешуи шерсть была, а там блохи были бы. Так? Да, вот, а блох это разновидности. Гражданин Жога, давайте вашу зачетку и вон отсюда! Да, ну я хотел... Возьмите стулья! Я хотел сказать... И вообще вон отсюда! Я хотел сказать, что... Зачетку давайте! Что это за воспитание такое?